Меня с Гарри познакомила родственница. И что я могу сказать? Я не жалею то, что она меня с ним познакомила, потому что парень очень честный, очень, то есть все вещи, которые происходили в течение этого времени, а это было довольно-таки длительное время, потому что мы продавали, и тут же сразу после того, как продавали наш таунхаус, мы покупали дом. И все это как бы напряжено было, то есть это нервы и все остальное. И он нас всегда успокаивал, то есть было все, я не знаю, лучше не бывает, лучше не бывает. И я бы, конечно, если меня кто-то спросит, кого ты можешь посоветовать в этом плане, то я всегда посоветую его. Все.